Сегодня в меню – оливье с раковыми шейками и красной икрой. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 2-3 щепоток. Огурец соленый 3-4 штук. Раковые шейки 120 грамм. Морковь отварная 1-2 штук. Картофель отварной 1-2 штук. Яйцо куриное отварное 2 штуки. Икра красная 4 столовые ложки. Горошек консервированный 100 грамм. Майонез 3 столовые ложки любой жирности. Красочный салат для праздничного стола готовится заранее, а вот майонез в него добавляется непосредственно перед подачей к столу. Раковые шейки продаются в масле, их можно заменить клешнями краба в масле, отварными лангустинами и так далее. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель, морковь и куриные яйца заранее отварите и остудите. Очистите картофель, морковь и куриные яйца от кожуры и скорлупы, промойте в воде. Нарежьте овощи мелкими кубиками и высыпьте нарезки в глубокую емкость. Вскройте банку с консервированным горошком, выложите половину ее содержимого без маринада в емкость. Нарежьте соленые или маринованные огурцы, добавьте к остальным нарезкам. Нарежьте раковые шейки и выложите красную икру. Посолите и добавьте майонез любой жирности. Аккуратно перемешайте салат, стараясь не раздавить красную икру. Подайте блюдо к столу. Если же вы хотите сделать салат заранее, то поместите его в холодильник, не заправляя майонезом. Настоящий царский салат оливье можно приготовить, добавляя в него вместо колбасы раковые шейки и красную икру. От такого блюда не откажется ни один гость. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!